давнее было. Ну, как давнее? Ну, всего лет 500 назад. Сам-то я не ручаюсь, что такого. А вот дедушка мой все то и сказывал. А дедушке его дедушка. А тому его пра-пра-пра-пра-пра-дедушка. Это все чистая правда. История, значит, такая. В Москве приключилась. В ту пору мороз так закручивал. Не то, что нынче. Зима-то вроде насморку. А тогда, бывало, воду плеснут, а она на землю льдом падает. О, холода какие! При таких погодах не то что летать, ходить страшно. Сиди на печи, да жуй калачи. Ух ты, сейчас! Ну, так вот, стало быть, а и жил тогда один мужичонка, Василий. Босиком в одной рубахе по Москве гулял, горю-холоду не знал. Все ему нипочем, всегда род до ушей. Вот блаженным ты прозвали. И как-то промеж народу слух пошел. Вася денег не берет. Ну не то ж не берет, а все на площадь красную несет. Да через плечо кидай правую. А денежки те, будто дрессированные, одна к другой ложились. Прям по росту. Пятак к пятаку, копейка к копейке. А вот зачем оно, никто не понимал. А Василий сам про то не сказывал. Вот, денежки-то лежали, где легли. Люди их не трогали. Но может, только дурак какой ручонки свои жадные протянет. Ну, тут уж сам царь-батюшка поглядывал, чтоб все цело было, чтоб порядок, значит, был. Василий-то наш вообще всегда своим характером скучать народу не давал. И сам не скучал, без дел не сидел. Так вот, стал быть, на базаре такой случай случился. И вот ничего такого, тишина. А Василий вдруг взялся бушевать. Лапки повалил. Еще хуже, прям не остановишь. Спятил, думали, совсем. И уж только после узнали все, что баранки-то порченые были. За место муки язык доска. Ох как! Ну, народ тогда уж понял. И благодарить стали. Кто ты таком? Кто копеечкой? А Василий хорошо уж наловчился через плечо вправо.
А детки-то обожали Василия. Целый день за ним ходили. А он им разные чудеса да фокусы показывает. А еще Вася видел то, что от других скрыто, спрятано, зарыто. Народ-то бывает загуляется, творит незнамо что. Василий уж тут как тут жалеет их непутево, потому что из их домов даже ангелы прочь полетели. Ангелов-то уметь надо разглядеть. О, вон они. А дети-то? Они и так ангелы. А ну пошли отсюда! Хватит! Что тут вообще растерялись? Пошли отсюда! Хорошее дело делается, а худому человеку не спится, жадность его гонит. Явился, мало ему, подобрался как тать, денежки не хватит. А не оторвать, конфуз выжил, прилип, хотел бежать, да нечем, ножки не идут. Ну так вот, теперь дураку время подумать было. Так и сидел этот, покуда народ не собрался. И прибили бы супостата, кабы не Вася. Он ты этого гада отпустил. Да только царь не простил. Уж вольно был строг. Приказал его во строк для примеру другим. С тех пор больше никто не думал баловать с Васиным богатством. И все своим чередом пошло. Вор в остроге сидит, на облака глядит. Москва на месте стоит. Царь на троне восседает, государством управляет. А Василий все денежку собирает. И никто его не обижает. Так он все и собирал. И год собирал, и два, и три. Еще много лет собирал. А потом вдруг раз и перестал. Что такое? Что за новости? Народ заволновался. Гадает, что дальше будет. А как царь пришел, тут Василий знак и подал. Забирай, мол, деньги. Все. Что ж, знать пришло и его времечко.
Ну вот, царь, значит, последнюю волю во сне исполнил. Деньжата к делу пристроил, да и своих добавил. А как же? И вышло, значит, потом так. На деньги те не абы что собор построили. Прямо на том месте, на площади. И народ стал звать его храмом Василия Блаженного. А в иной какой день, кто самый глазастый, да внимательный, мог и самого Василия там углядеть. Да, оно и поныне так. Сходите, да сами проверьте. А когда проверите, то мне и поверите.